Привет. Камера в другом режиме была. Сняла только что видео вопрос-ответ. А сейчас я буду снимать очередное видео. Там вон гора уже, я буду краситься и, соответственно, параллельно буду собираться по делам. Мне уже очень нужно выбегать, иначе меня просто... Я, как всегда, в лес. Кто в лес, кто под дрова. Ходила только что в больницу. Удивилась тому, как там все организовано, как в банке. Приходишь у терминала, выбираешь функцию тебе нужную, получаешь талончик определенный, в определенное окно потом распределяют тебя и высказываешь свою проблему. Я не знаю, может быть, все к этому уже привыкли. Как-то для всех это обыденно, но для меня нет. Я такое вижу в первый раз. И, в общем, это хорошо. Мне лично понравилось. Быстро пришла, талончик получила, села, посидела, потом прошла в окно. Без проблем вообще. Заходила, кстати, в бассейн еще. Хотели походить, попробовать. Да и полезно это в целом. И как-то меня печалью накрыло. Как-то все там тараторят. Ненавижу, когда так делают. Нифига не успеваешь запомнить. Прошу записать. На меня смотрят, как не пойми на кого, блин. А сейчас иду в Магнит Косметик за своими патчами, потому что я без них просто жить не могу. Они у меня закончились, не знаю, наверное, в прошлом году еще. Короче, перед Новым годом практически. И я просто не могу без них. Я искала их перед Новым годом. Но что-то как-то нигде они мне не попадались. Вернее, в одном месте попались, но я зажилилась. Не знаю, почему их купить. А потом ходила, искала и не могла найти. Бегу в Магнит Косметик, потому что область под глазами просто неистово. Сушится от отопления особенно, от холода. Была в идее, только что жесть. Продавцы там вообще не знают, что такое патчи под глаза. Я уже была в 7 дней в идее, в Магнит Косметик. И нет, нигде их нет. Я не знаю теперь, где их искать. Киска. Киска, киска. Еще есть шанс. Здесь недалеко от моего дома есть Магнит Косметик. Схожу туда. Это последнее, куда я могу сходить сегодня. Надеюсь, там хоть знают, что это такое. Ненавижу такой мигающий свет. Видели? Ну, наконец-то иду домой. Как-то я подзадолбалась. Ненавижу, когда вот это волосы вылазят. Я всегда их пытаюсь спрятать под шапку и под шарф, а они потом вылазят, сволочь.